Друзья, и снова всем привет из Франции. Я напоминаю, что я нахожусь в Ницце. Это площадь Гренобль. И сейчас я направляюсь на площадь Массена. Как видите, сегодня воскресенье. Французы отдыхают. Очень много кафе, заведений. Все забито. Напоминаю, сейчас сентябрь месяц, конец сентября, а погода летняя, бархатный сезон. Посмотрите, ни одного свободного места нету. Здесь очень много иностранцев, любых национальностей. Не могу сказать, кого больше, но вы видите, что большинство беженцев. Всех, кто приехал в гости. Транспорт в Ницце — это такие вот трамвайчики. Недавно вот добирался сюда, 15 минут с аэропорта до Гренобля. Конечная остановка — порт, там, где находятся яхты, ну и, естественно, обзорная площадка. Туда мы доберемся попозже. А пока что я вам покажу, что здесь можно посмотреть из достопримечательностей. То есть здесь вы приезжаете, а можете прямо и до Массена, то есть смотря куда вам нужно. То есть если какие-то культурные посмотреть, сразу так, чтобы по порядочку. Вот музей есть. Здесь я был в 17 году, тоже интересно. Можно бы еще сходить, ну посмотрим. Что там будет? Так. В городе, как видите, строится, вернее, расширяется метро. Возможно, будут делать новые ветки. Вот видите, самолеты летают. Потом покажу вам, будет их очень много. Здесь крупнейший аэропорт, полицейские. Каждые 5 минут, считай, что самолет взлетает. Так, сейчас я, по идее, уже вот скоро я буду на Массена. По поводу транспорта, вот есть еще автобусы, к примеру, если вы приехали и вы хотите, вот как я решался, как быстро проехать, я себе скачал приложение, может потом будет, если кому интересно, оставлю ссылочку, не помню, SNFK, по-моему, называется, вот, и зарегистрировался, привязал карту украинскую оттуда, я взял тариф на день 7 евро. Вот, и оплатил. И у меня есть билет, то есть я подношу в трамвай, и у меня списывается. А в автобусах здесь ситуация другая, то есть вы, ну там тоже можно купить проездной, там вы можете водителю дать деньги, и он вам даст билет, вы его вставляете, пробиваете. Ставится дата, когда вы поехали, и сколько там оставшихся поездок. То есть тоже немножко по-другому. Там вот, к примеру, другая система. А так, в принципе, все понятно. Просто что, кто, как говорится, умеет пользоваться интернетом, гуглом, тому сложно не будет.